Эксперименты с этим стилем начались после 1956 года, когда теоретик музыки Джордж Рассел опубликовал свою монографию, описывающую принцип модуляции, то есть перехода из одного лада в другой. Коротко рассказать не получится, но если совсем просто, то это использование в прививочном джазе созвучий, характерных для различной этнической музыки Индии, Ближнего Востока и других стран третьего мира. Более чем кто-либо другой в развитии этого стиля преуспели Майлз Дэвис, Джон Колтрейн, Билл Эванс, Маккой Тайнер, Уэйн Шортер и Эрик Долфи. Период до середины 1960-х, после модального джаза, некоторые теоретики музыки также называют эпохой пост-бопа.